Сегодня у меня коротенькое видео. День тихий, спокойный. Сегодня обрезала сухие веточки. Тоже дождалась, что видно, когда живые, когда не живые ветки. Здесь обрезала. Розу обрезала. Сушняк весь. Все руки сколола. Покололась. Здесь уже будут здесь цветы. Это тоже все осыпается прошлогоднее. Сегодня страстная неделя началась. Понедельник. Читала приметы, что нужно делать, что нельзя делать сегодня, в понедельник. Нельзя ругаться, злословить, ходить в гости, ходить на кладбище. Ну, мы этим не занимались. Занимались уборкой во дворе. Нужно купаться сегодня, ходить в баню или же дома выкупаться. Чем мы и займемся. Моего отца звали Анатолий Илларионович. И сегодня день святого Илариона. Периодически на горизонте что-то гудит, куда-то что-то летит. В городе все тихо, спокойно. Дай бог и ночь будет. Потому что тревожно было прошлой ночью. Тревога включалась. Курочки мои не хотят нестись уже который день. В отпуск захотели. Зола попала. Мангал чистили. Рону не сиделось во дворе. Пытался все время сюда прошнырнуть в огород. Ну а здесь же Шубин. Это звуки были, это надо было слышать. Не стала снимать. Шубин скулит. Этот играться хочет. А Шубина реакция такая, как на котов. Такое солнышко. Небо чистое, но передают дожди. На всю неделю. Последние зернышки доклевывают. Оп, сразу как на меня посмотрели. И спадки. Хватит. Поет. Завтра яичко будет знать. Яичко завтра будет. Лишь бы не у Джеки. Пассажирская электричка. Дизель-поезд. Люблю такие звуки. Ощущение мирной жизни. Всем тихой, спокойной ночи. Приятного аппетита всем, кто ужинает. Завтра будет новый день.